канун Нового года активисты партии «Единая Россия» и неравнодушные жители области проводили сбор подарков в добрых комнатах региона для детей, которые прямо сейчас находятся на лечении или реабилитации в больницах Подмосковья. Инициатором акции выступила депутат Московской областной думы, руководитель проекта Линара Самединова. За два года существования проекта была открыта 51 добрая комната в 41 городе Подмосковья. В предновогодней акции приняли участие единороссы из 64 муниципалитетов, в том числе и Одинцовского округа. Напомним, «Добрая комната» – региональный проект партии «Единая Россия». Он направлен на создание атмосферы, в которой детям наиболее комфортно проводить время в больнице.